Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Марина на канале «Мои 6 соток». И сегодня хочу вам показать, как я притеняю свои фиалки от лучей яркого солнца. Вот это у меня натянут лутросил на окне, для того, чтобы солнечные лучи не обжигали мои цветы. Я ранее показывала вам видео, я так поступаю с орхидеями, чтобы орхидеи не обжигали листья. Также я поступаю и с фиалками. У фиалок тоже очень нежные, хрупкие листья, которые солнечные лучи, к сожалению, губят. Яркие солнечные лучи. На южных окнах солнце очень ярко светит. Вот для примера, сейчас солнце в самом разгаре. Поэтому вот такое притенение очень хорошо влияет на мои цветы. Сейчас они все активно начинают зацветать. Если понравилось вам видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего доброго и до новых встреч. Пока-пока.